Друзья, всем привет, всех рад видеть на канале. Ну что же, я думаю, что вы оценили красоту этой рыбы. Это Виллифера нигра или блэк, черная. В общем, у рыбки довольно много названий. Единственное, хочется сказать, передать привет с канала. Да, огромное спасибо подписчику, зовут его Карен, который подарил мне эту рыбу. Очень крутая рыба, Карен, действительно... Просто фантастическая, вот смотрится очень круто, особенно когда вот этот бой идет, это прям супер круто. А у меня здесь, друзья, получается 4 самца и 1 самочка. Вот, конечно, самочек всего одна штучка, но, ну, как есть, да, то есть это подарок. Ребят, будем пробовать сохранить рыбу, сейчас происходит карантин, рыбка приехала вчера ночью, в 5 утра я выложил в сообщество YouTube канала как раз фотографию о том, что рыбка приехала на разводню. Транспортировка, скажу вам, была довольно-таки геморройная в плане упаковки именно со стороны человека, который мне отправлял, но сама доставка прошла очень гладко. Хочется отметить, что рыбка была привезена не в кислородных пакетах, а с помощью вот такого вот оборудования. Это обычный компрессор на батарейках. В принципе, для отправки как вариант. Дело в том, что человек не занимается продажей рыбы, он держит рыбу исключительно для себя, излишки просто, сложно в это поверить, да, просто выливает. Вот ему не нравится рыба, и он просто выливает. То есть он прям отбирает самых-самых. Вот, что хочу отметить. 2 недели сейчас будет проходить карантин, рыбка сидит в одном из аквариумов стойки, сейчас здесь спущена водичка. Они же, рыбка сейчас почему-то стрессует, да? Давайте сейчас посмотрим на нее еще разочек. Скорее всего, стресс связан, ну, конечно же, это с перевозкой. Во-вторых, это изменение освещения, потому что вот эта лампочка постоянно кочует то сюда, то на правый аквариум. Вот. Но, в принципе, плавнички не слиплись. Рыбка чувствует на первый взгляд себя хорошо. Карантинить будем, как я уже говорил, 2 недельки. Да? Будем смотреть и наблюдать за рыбкой. Здесь установлена довольно-таки неплохая фильтрация. Здесь стоит помпочка, работающая в 50% мощности, и релифный фильтр. Поэтому биологии здесь будет вполне достаточно. Будет осуществляться ежедневная подмена 30% на воду со стойки. То есть это будет не отстойная вода с крана, а именно со стойки, с уже действующей системой, чтобы никак не травмировалась биология. Вот, такие, друзья, дела. Очень рад подарку. Карен, еще раз спасибо тебе огромное. Будет, кстати, дополнительный повод заглядывать на канал. Ребят, смотрите, еще новые рыбки у нас. Это меченосцы. Называется рыбка по-разному, да, вот опять-таки нет основного названия. Кто-то называет трехцветный меченосец, кто-то кои-санки, сицевый. В общем, все называют ее по-разному. В общем, вот такие красавчики сейчас появились у нас на разводне. А вот этот проводочек мешает. Давайте я поуберу вот сюда. Можно было здесь поярче их подсветить, посмотреть на них. Вот такие красавчики. Здесь 2 самочки и самец, получается гнездо. И также вот штербики, ребят, подросли, как здорово. Смотрите, здесь еще плавает неоновая радужница. Эту рыбку взял из зоомагазина, им кто-то сдал растения, и вместе с икрой принесли вот таких вот малечков. Они у них там вышли, чего-то кушали. В общем, они мне просто так их отдали, вот этих вот радужниц. Ну, мы их вырастим и посмотрим, что из этого выйдет, да, какая рыбка окрасится, когда она будет уже взрослой. Ребят, также смотрите, ну, вообще новостей довольно-таки много, да. Вот у меня приехали трубочки, я все-таки нашел поставщика, как я уже вам сообщал, на керамические трубки. Формы совершенно разные, сомики уже их облюбовали. Вот нет такого, чтобы каждый сом сидел в своей норке, но они постоянно меняются. То здесь посидит, то здесь. В общем, они периодически меняют свои ареалы обитания. А прошел нерест
Снова повторный нерест 181-х номерных звездчатых. Друзья, ну тут колоссальное количество икры. Прям, наверное, из трех нерестов, которые у нас был, это самый большой выход. Здесь, наверное, порядка 120 личинок. Инкубация происходит хорошо, рыбки себя чувствуют замечательно. Здесь вот у нас малечки 181-х анциструсов. Смотрите, какая красота. Они еще растут, пока что продавал только тех, кто покрупнее, и в своем городе. Отправки пока номерных рыб я не делал, друзья. Звездчатых анциструсов не отсылал. Еще мелковаты. Вот. А это трубочки. Вот здесь остаточки, да, остались. Смотрите. Вот это старая, это моя трубочка, самая левая. Я ее убрал, потому что она маловато для самца, и чтобы он себя не травмировал, все-таки я ее поставил отдельно. Так. Ну и красные неоны, друзья. Вот сейчас уже рыбка полностью получила полосу. Сейчас начинает появляться красный цвет. Уже вторая линия красная. То есть у неона первым появляется именно голубая линия. Красная, она уже ближе с возрастом начинает расти. Малечки здесь разносортные, с разницей в одну неделю. Ну, соответственно, которые покрупнее, те постарше на 2 недели, чем младше. Здесь помет трехнедельный. Ну, смотрится, конечно, здорово, когда рыбка вот прям так плавает кучкой. Ребят, еще смотрите, что бы вам хотел показать. Ну, здесь посадил неончиков. Это уже мой неон. Он будет... Попробую новым методом отнерестить рыбку. Именно метод заключается в водоподготовке. Здесь немножко другая водоподготовка, без ольховой шишки. В зоомагазине я в своем услышал, что именно такой метод даст чуть ли не 100% оплодотворяемости выход. Ну, если он будет работать, да, я вам, конечно же, о нем расскажу. Мы протестируем. А здесь, ребят, смотрите, вот сейчас в этом аквариуме никого нету. Но здесь у нас лежит икринки. Я сейчас вам их буду показывать. Вот эти икриночки. Ребят, здесь довольно-таки большое количество икры все-таки у меня погибло, да, как вы видите. Вот, белой много, но в то же время есть прозрачная. Друзья, это родостомусы. Вчера заметил, что в общем аквариуме начали нереститься родостомусы. Пересадил их в осмос и сразу же получил нерест. Ну, посмотрим, это первый опыт касаемо родостомусов, посмотрим, что из этого выйдет. Поставил небольшой распылитель, здесь по воде, здесь голый осмос. Решил еще сделать немножко данюшек. Посадил, у меня есть две пары, да, это желтые и как раз розовые, два цвета. Вот, получил с них успешный нерест. Сейчас малечки уже начали всплывать. Ну, думаю, что уже завтра, потому что еще большинство висит в стадии личинки. Думаю, что уже завтра начнем их с вами кормить. Корм будет у нас стартовый на этот раз не калавратка с инфузорией, а именно нематода. Попробуем поднять рыбку на нематоде. Еще я приобрел себе культуру аулофоруса. Ребят, вот сделал такой контейнер. Не знаю, насколько это будет рабочая технология. Дело в том, что аулофоруса разводят в кюветках. Вот мне человек, который привез культуру, сказал, что червячки должны быть на губочке, а культуры очень немножко. Вот в данном случае в стандартной ситуации, да, губочка должна немножко выступать, чтобы ее не накрывало водой. Вот, в принципе, здесь все так и сделано, и подкармливать толокном. Но водичку следует менять регулярно, то есть лучше раз в день, чтобы водичка была всегда свежей. Так, ну, соответственно, и червячки должны стоять в затемненном месте. Это я сейчас достал, чтобы вам показать. Вот, что я сделал здесь, друзья. Ну, смотрите, здесь контейнер с отверстием в крышке и с отверстием в боку. А вода подается через вот этот вот распылитель, то есть через распылитель прямо всасываем, делаем давление, и он вот так начинает потихонечку капать. Примерно вот в таком темпе идет подмена воды.
И, соответственно, все излишки сливаются уже в саму канализацию. То есть они идут не в аквариум, а напрямую вот в канализационную трубу. Посмотрим, какой из методов будет работать лучше здесь. Ну, давайте попробуем посмотреть культуру. Вот здесь, как можете видеть, такое красноватое пятно – это червяки, а вот белое пятно – это как раз толокно, то есть их не корм. Ну вот, посмотрим, какой из методов будет лучше. На этой ноте я бы хотел закончить свой ролик. Друзья, если у вас остаются какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. С вами был Артем, до новых встреч, удачи в аквариумистике. Всем пока!